Слушайте, Фучик. Ведь вы не глупый человек, а ведете себя как дурак. Ну, расскажите нам, где помещается ваша газета «Руды права», и мы сохраним вам жизнь. Вы хотите, чтобы я, подобно Мироку, поддался трусости? Зачем вы говорите о Мироке? Подумайте о себе, что вас ожидает. Человек, думающий о себе, теряет всю свою силу. Выполни, Мирок, свой долг, и в ваших руках остались бы только мы двое. И вас обоих давно бы не было. Но зато другие были бы на воле и продолжали борьбу. К счастью, Мирок знал немногое. К несчастью, вы хотите сказать? Для вас, может быть. Послушай, Фучик. Взгляни сюда. Ты видишь эти урны? Вот этих семерых господин комиссар ликвидировал лично. Ты будешь восьмой. Ага, значит, 7 + 1. Будет 8. Несложная арифметика. Закройте поточка. Вот что, Фучик. Пройдите сюда. Введите арестованную 72. Прошу садиться. Вы законная жена Юлиуса Фучика? Да. Мой муж действительно Юлиус Фучик. К сожалению, он редактор незаконной газеты «Руды права». Об этом я слышу впервые. Вы не можете припомнить, где вы с вашим мужем виделись в последний раз? Дома. После этого вы вашего мужа не видели? Нет. А где он сейчас? Я не знаю. А вы приобрели кофе на Малой Страде 86? Вы, конечно, припоминаете нашу встречу в вагоне? Нет, не припоминаю. Яничка, милый, где ты? Вот видите арестованного Густина Фучикова? Нам удается установить, что вы с вашим мужем виделись в последний раз не дома, как вы утверждаете, а в поезде. Куда ж вы ездили? Очевидно, на прогулку. Но это вполне понятно. Очень приятно проехаться с любимым человеком. Ведь кажется, вы очень любите вашего мужа. Скажите, вы хотели бы его увидеть? Да. Войдите! Почему вы не рады? Вы что, не узнаете его? Я впервые вижу этого человека. Очередная глупость. Это ни к чему, Густо, меня уже опознали. Кто? Тихо! Я просто дал вам возможность повидаться. Используйте эту возможность, поговорите с ним. Его упорство — приговор вам обоим. Господин следователь, я прошу об одном. Если вы убьете его, убейте и меня. Очевидно, вы не понимаете, что вас обоих повесят. Жизнь у нас могут отнять, Кристина. Нашу честь не отнимет никто. Вешу! Его именем будут называться улицы, на фонарях которых вы будете висеть!